Вдалеке идет гроза. Я на 11 этаже. Там офисное какое-то здание. Посторонний вход запрещен. Дальше мы поднимаемся еще выше. Все, переехал на следующий этаж. Это бывшее самое высокое здание в Осаке. Сейчас есть на Теноджи более высокое, но высоту я не знаю. Виноград. На крышах у японцев растет виноград. Огурцы или цукини. Тыни. Так, что же у нас тут еще есть? Это я даже не понимаю, что. Малина.
Даже есть ягоды. Шиповник, если я правильно перевожу. Но не уверен. Не знаю, видно или нет, но распылители висят на стене, на решетке. Жалко, что к той стороне не подобраться. В том здании я работал.